сырнички яблочные. Их можно подавать со сметаной, медом, сгущенкой, вареньем или просто полить растопленным шоколадом. Всем привет, мои хорошие! У меня сегодня гостит внук, и я хочу для него приготовить яблочные сырнички. Для этого я взяла 400 грамм свежего творога, 2 сырых яйца, 4 столовые ложечки сахара, 4 столовые ложки манки. Здесь у меня 6 столовых ложек муки. Все я сейчас размешаю. Массу я хорошо перемешала. Теперь отставляю в сторону. Здесь у меня на столе 4 яблока. Это паданцы, это свои яблочки. Сейчас я их почищу. Их можно натереть на терке или мелко покрошить руками, ножиком. Яблоки готовы, натерты. Соединяю с творогом. И опять все перемешиваю. Массу всю я перемешала, попробовала. Яблочки у меня были кисленькие. Я еще добавила сахара. Вот оставлю минут на 10-15, чтобы манка немножко разбухла. И буду формировать сырнички и жарить. Стол надо посыпать мукой. Здесь у нас все готово. Сейчас буду делить на сырнички. Руки я смочила водой. И вот так вот делю на сырнички. Сырники сверху посыпать надо мукой. И сейчас начнем формировать сырники. Можно руками, можно ножичком. Прихлопываем сверху. Сковороду наливаем растительное масло. Масло обязательно надо разогреть, чтобы оно было горячее, даже кипело. Кладем сырнички и жарим с двух сторон до румяной корочки.